Мирослава долгое время не появлялась в сети из-за травли на фоне слухов о романе с женатым актером. Несколько недель назад развод Павла Прилучного и Агаты Муцениеце вступил в законную силу. Артисты мирно разделили совместно нажитое имущество и обошлись без публичных скандалов. Однако Павел не успел пополнить ряды завидных холостяков. Звезду сериала «Мажор» быстро взяла в оборот Мирослава Карпович. Тайный роман Прилучного и папиной дочки моментально оброс сплетнями. Инсайдеры в деталях расписали, как Карпович долгое время нагло и настойчиво пыталась увести актера у Агаты Муцениеце. Сама Агата высказывалась о ситуации довольно тактично. А вот ее поклонники не сдерживали эмоции. Фанаты артистки атаковали ее обидчицу в соцсетях. Из-за тысяч оскорбительных комментариев Карпович пришлось ограничить доступ к своему аккаунту в Instagram и прекратить публиковать новые посты. Похоже, разгневанные пользователи наконец успокоились. Как только волна негодования немного улеглась, Мирослава начала возвращаться к активной инста-жизни. Сегодня актриса впервые опубликовала кусочек ироничного интервью. Что в последние дни вас удивило или обрадовало? Меня всегда все удивляет. Какого события вы ждете в ближайшее время? Каждая минута — это событие. Было ли что-то, что заставило вас смеяться до слез? Было. Дальнейшие вопросы и ответы были в таком же стиле. Похоже, звезда недвусмысленно дала понять, что не собирается делиться подробностями личной жизни и удовлетворять любопытство общественности. В завершении публикации Карпович решила обратиться к своим фолловерам. Не расстраивайтесь, если вам плюнули соплю в спину. Это значит, что вы ушли далеко вперед, заявила Мира. Пост актриса дополнила соответствующими хэштегами «Будьте мудрее», «Ирония наша все и мирония». К слову, пока Мирослава наслаждается передышкой от волны негатива, над ней снова сгущаются тучи. На днях выяснилось, что Агата Муцениеце лишилась работы сразу в нескольких проектах Павла Прилучного. По традиции, хейтеры усмотрели в этом происке коварный Карпович. А что вы об этом думаете? Пишите под видео. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и пишите комментарии.